Рот и сегодняш, раз, чтобы наступный день, престольный день, святый день, память нашего святителя, память нашего святителя, так благоверно, там на острове нагодитель российского князя. Печаль о так званом уже государстве Украины, сатанинском государстве нашего времени, к сожалению, нет Киевской Руси. Как масоны и бандеровцы сатанисты проклятые посмеялись над всеми нами, вас все посмеяли, меня грешного посмеяли. Вот такова кровавая, страшная дьявольская история решения учителя идет у нас. Да будут они прокляты на века, эти котлы, то, что нам навязывали, выродки, ведь их нельзя назвать по-другому. Вот такова нынешняя страшная история украинская. Скорбит господин, скорбит наша княгиня, что не пьет в бой, а не пьет времена. Но что ж, это дело наше, и возмездие Божие в нас. Только Господь, не дай унывать, не дай отчаянность. Ему посадят, радуйтесь, убьют, и никому учениками будете исповедовать. Но не поддавайтесь этой сатанинской нашей агитации. Вы, Русь святая, Владимирская наша Русь святая, князя нашего Константина, стойте, мужайтесь, укрепляйтесь, верю, Господь вас не оставит. Господь с вами, до скончания века. Это уже последние мои идут слова к вам, как завещание духовное. Все слова оставляйте в сердце свое, придет время, будете вспоминать недалекое. Покойный батюшка, то-то, то-то нам говорил, то-то, то-то объяснял. И так оно все слово. Слово и исполняется. Свято держите Владимирскую Русь. И мечтайте, молитесь, чтобы Русь святая на эту проклятую Украину посадилась. Чтобы мы выбросили эту Украину из головы, из истории. И чтобы мы все жителями были Киевской Руси. Только мечтайте. И отстаивайте. Молчанием вашим народ предается Бог. Основание поколеблется, какой бы монолит мощный не был, рухнет. Вы основание. Вы народ, основа государства. Вы выбираете этих лжецов депутатами, лжепрезидентов. Думайте, вам смертный грех, что вы молчите перед Богом, перед историей и перед церковью. Думайте, рушьте эту постепенно медыню, горы этой. Господь вас только благословит. Слава Богу, что Господь дал. Вот этого Филарета мы проучились, проводили его. Он же мне еще тогда говорил, уезжай, уезжай отсюда, уезжай, не мути нам воду. Ты нам колеса брал. Нет, говорит, ты уезжай, бандит, я не поеду от народа своего никуда. Хоть и убьешь меня здесь, я буду здесь с народом. Вот. Так вот, говорит, это Никольское это все. Ладно, не Никольское, так Никольское. Вот так, так что и нас уже и лжепатриархи беснуются, боятся Никольского, деревеньки нашей простой. Сейчас фашисты, НАТО топчут нашу землю, поработители эти, исконные злейшие враги наши топчут землю. Печальные времена живем. Одна лишь только скорбь о нынешних временах наших сердца. Некоторые искусственную себе радость создают иллюзиями какими-то. Вот, будет Украина, никогда она не будет. Ее продали Западу. И все эти перевертыши, сатанисты, Филареты, Кучмы, Корчуки, вся эта нечисть века сего, они служат дьяволу, они служат уничтожению веры православной. Они служат Западу, НАТО, и всей нечисти этой служат. Скорбим об этом.
жутко. Настоящая уже идет Третья мировая война у нас. То, о чем говорили. Перед Антихристом будет жуткая мировая война. Треть населения сгорит. Из-за небольшой державы возникнет эта война. И будет жуткая. Огонь полыхать будет на всей земле. Так что приближаемся постепенно к этим временам. Все это видим, скорбим и молимся. Господи, не пасть нам на пасть только, под эту ложь не подпасть, не поверить этой лжи века сего, знать, что землю русскую невозможно поработить. Все равно, знайте все, истина сохранится только в русской православной церкви. Вот по домофорам святейшего патриарха Московского в сердце. И нам, дай Господи, этого терпения и молитвы, и знать за правду, стоять до конца. И мы просим Господа, Господи, благослови времена и лето 20-х. Утоли раздоры церкви, шатание народу, вражду и ненависть утоли. Чтобы мы единым святым народом Божьим, единой церковью Божьей, могли славить Господа и Бога. Чтобы Господь дал мудрость и правителям нашим правильно управлять Отечеством нашим, чтобы разоренное и разделенное Отечество соединилось вновь в единый русский святой народ, чтобы единая русская святая церковь нас освящала во главе и под амофором великого господина и отца нашего Алексия, святейшего патриарха Московского и всея Руси, чтобы Матерь Божия не оставила сего святого места и на будущее времена. Отсюда уже от дома милосердия, смотри, уже поползло, пошел в монастырь, думали, мужской, побенок Бог, как на славе, уже и женский получился, и сейчас пойдет. И мужской, и женский, вот, ну, слава Богу, держит. Да придет благодать Пресвятая Духа. Как бы ни была церковь гонима, ненавидима, всегда благодать присутствовала в истинной канонической церкви. И эта благодать прибудет до скончания века. И силы зла, силы ада, раскола, ненависти, злобы человечества никогда не поколеблют церковь. Никакие силы врата адова не поколеблют церковь. Она прибудет до скончания века. Поменьше Западу доверяйте. Запад был враг наш, остается врагом и будет. Этот совет Европы, этой сатанинской, ничего хорошего он нам не принесет. Он в 812 году. Да вот, на все протяжении истории Руси нашей. Кто воевал против нас? Запад, Швед, Польша, все же пришли немцы, все же только лишь разбить землю русскую. Но Господь воздвигал гигантов. И Александра Невского, и Дмитрия Донского, татары как-то нас наваливали, все. Всех отбивал русский медведь. Вот. А в 812 году 12 стран объединилось, сято. Это совет нынешней Европы сатанинский. Пошел на землю русскую, коварно напали. Вот. Медведя Бог разбудил, великого Кутузова. Как дал он этой Европе, сами знали, как, знаете, куда покатились они. Вот, до своего Парижа уже Александр Первый, царь, император, парад принимал в Париже, уже разбитой этой Европе. Так наш 20 век, кого воздвиг медведя русского, вот, великого этого самого Жукова, Георгия Константиновича, как дал он этой Европе всей, до Берлина дотопали наши мужички в рваных сапогах, вот, и тогда уже и потопали дальше, докинулась Европа караул, закричали, с этими масонами-американцами объединились, давай скорее останавливать русского медведя. В
страну в Берлине остановили, а так точно бы и Париж, и Лондон бы все покорил. И в наше время, дай Бог, чтобы медведь восстал русский, да отдал этой сатанинской Европе масонской, чтобы не нам они эти валютные банки диктовали, а чтобы русским рублем целовали, как в старое царское время, и пользовался, чтобы мы не знали, что такое зеленый масонский доллар или какая-то там другая бумажка фальшивая. Да. А русский рубль, вот, великий, золотой, и можно сказать, святой с двуглавым орлом. Я должен вам сказать перед фальшивым святую, а если не скажу, сразить никто не скажет. Так что слушайте слово, передавайте другим, и умоляю всех из лица, не заблудитесь в этих киевских головах разных, держитесь только Москвы. Москва, третий Рим, четвертому не бывать. Москва сохранит веру в православную истину и до последнего издыхания, и никакие врата адова не одолеет, даже антихрист Москвы не одолеет, она чистая останется. И держитесь только духовно, как бы вас не гнали, будут гнать. Как бы вас наскольником не объявляли, как бы вас ненавидели, вот держитесь, русской православной церкви, потом опору великого господина и отца нашего Алексия, святейшего патриарха Московского и Святого. Обитель наш именуется Домом Богородицы, Свято-Успенская обитель. Мы находимся непосредственно под покровом Царицы Небесной. Она нас не оставляет, она нас защищает, покрывает и глубоко верит, что и после моей кончины Матерь Божия не оставит обитель и пасты, молящихся. Я глубоко верю, что эта обитель будет защищена Божьей Матерью, покровом ее. До скончания века силы ада не одолеет я. Вот какой верой и вы все должны жить. Что можно сказать в последнюю минуту прощания с любым покойником, особенно с самым дорогим Отцом нашим Небесным? Прости нас, Господи, за прошедшую нашу земную жизнь, за наши грехи, прости, Господи, прошедшей жизни, за то, что мы обещали и не слушали Тебя, Твоего учения евангельского, за то, что мы потоптали обеты крещения святого, за то, что мы обеты таинства миропомазания не совершили, и за то, что мы непослушными детьми были, Отец Небесный. Прости нас, Господи, за то, что мы продолжение всей жизни оскорбляли, презирали, ненавидели Тебя. Ты нам произнес любовь и мир, мы зло и ненависть сеяли. Ты принес нам смирение на землю, Господи. Мы в гордости своей погибали и погибаем. Ты любовь принес, мы ненавидим и презираем друг друга. Прости нас, Господи, за наше разоренное Отечество, что нас, русских людей, делает искусственными врагами, к сожалению, в наше время. Это очень большой грех. А ведь мы все в единой купели Руси Киевской, а не Украины, крещены. Днепр святой, для нас священная река. Днепр святой объединяет три нынешних народа. Днепр святой – это наш русский Иордан. И мы должны одуматься, соединиться вместе во единую державу нашу русскую, единой Русью и Киевской, и Московской, и Закарпатской, и Прикарпатской, вот, и прочие, вот, и Червоной Русью, всей единой Русью быть, единым святым народом славянским, вот, которому проповедовал Кирилл и Мефодий. Прости нас, Господи, что мы выдумываем национальные языки разные богослужебные, изменяем богослужение, когда у нас единый язык святого Кирилла и святых Кирилла и Мефодия, равноапостольных братьев наших, которые с далекой Греции принесли не только нам свет
вероучения православного, но и святой для нас священный язык церковно-славянский. На нем мы служим, на нем мы молимся, на него должны дорожить до скончания века, его изучать должны и в школах, и в других заведениях, понимать смысл этого священного для нас языка. Прости нас, Господи, что мы сеем национализм, ненависть между собой, когда мы все братья и сестры, единая духовная семья, Русь святая. Молимся, особенно в эти предпасхальные дни, чтобы Господь соединил нас, чтобы единым святым народом русским было, чтобы этого фашизма не было у нас, национализма махрового не было у нас, на Руси, особенно на Украине. Бандеровщина, чтобы это не повторялось кровавое больше никогда, чтобы мир, любовь, тишина.